прошлом году Ульяновская область стала победителем конкурсного отбора Федерального министерства образования и науки по открытию межрегионального центра компетенций. Новую образовательную площадку было решено разместить на базе Ульяновского авиационного колледжа. Всего в России планируется создать 7 таких центров. В каждом из них будут реализовываться программы по новым государственным стандартам, отвечающим наиболее востребованным специальностям современности. На эти цели из бюджета Российской Федерации за 2 года в Ульяновск будет направлено 300 миллионов рублей. В следующем году на создание этого центра из регионального бюджета планируется выделение 225 миллионов рублей. В этом году уже 75 выделено. Основные работы по подготовке мастерских сейчас завершаются, ведутся. В следующем году у нас будет приведение в порядок фасада, благоустройство территории. Ну и также работа в мастерских продолжится. В новую структуру войдет учебный центр и тренировочный полигон, ремонт которого продолжается и сейчас. В учреждении будут обучаться специалисты сферы обслуживания транспорта и логистики. Кроме того, он станет крупной тренировочной базой по подготовке сборной страны по стандартам World Skills. На сегодняшний день практически все деньги, которые нам выделены из бюджета федерального, были законтрактованы и приобретено оборудование. В основном это оборудование для диагностики автомобилей и транспорта, это окрасочная камера, оборудование для кузовного ремонта. Помимо тренировочной базы и учебного центра, верхние этажи колледжа будут переделаны под общежитие для студентов и участников соревнований. Все работы планируют завершить в следующем году. Дарья Сударева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.